Привет, привет. Привет всем. Начинаю я с того же места, где закончил предыдущий выпуск, а именно здоровенное сражение между кланом Атома и Такаока. Как всегда, квиксейв и выходим на поле боя. Пора мне уже, наверное, прекратить проигрывать компу, пора начать играть нормально. Не заниматься глупостями и прочее. Я вот сейчас недельку поиграл в мультиплеер Фоца и, конечно, вспоминаешь, как нужно играть. Хотя Фоц и Ванила — это две принципиально разные игры, но тем не менее, ручки-то помнят. И, кстати, огромный плюс, я вот не помню всего мультиплеера, по-моему, всего мультиплеера, а не только Фоца, там можно поднять камеру на порядок выше, это настолько более удобно, это очень решает. В мультиплеере, кстати, долгое время и в Наполеоне, и в Сёгуне народ пользовал мод, который позволял поднимать камеру, ну, как угодно высоко и опускать ее как угодно низко. То есть, по идее, ну, это вообще неудобно, камера прижата в упор, это фу-фу-фу, это не круто. Кстати, у меня еще и шикарное расположение отрядов. Ну, не отрядов, а рельеф работает на меня. Так, 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 так. Луки, Теппа. За ними Яря Сигару. За ними Катаны. И последний ряд. Итак, моя классическая расстановка. Так, нет, генерал, я включаю обычный режим. Пум-пум-пум-пум. Впереди тонкой линии Теппа, за ними рассыпным строем, широко, максимально широко. Лучники. За ними в режиме обороны Яря Сигару. Не очень широко, поплотнее, с учетом того, что я буду им потом ставить стену копий. За ними тоже не очень широко. Мой ряд катан. Затем генерал. Все это выделяется, группируется в одну кучку. И, в принципе, вот эти ребята тоже могут быть добавлены в большую группу. Но стоят квадратиками, так как они... Так как они будут применяться... Там, где они нужны в данный момент сиюминутно, а не с какой-то долгосрочной программой в голове. Кстати, у меня еще есть целая армия поддержки, но, наверное, постараюсь выиграть бой, не используя ее. Потому что мне должно хватить сил. Армия у меня достаточно хорошая для того, чтобы это сделать. А, я забыл, теперь же в компании-то, по-моему, до 40 отрядов может быть. Ху-ху-ху. Не забывайте, когда вы кого-то сгруппировали, двойное нажатие на кнопку группы быстренько перемещает вашу камеру в нужную позицию. Кстати, что-то у меня игра подтормаживает, надо настройки снизить. Возможно, я тупо забыл их убавить после мультиплеера. Так. Копейщиков своих я, естественно, вывожу вперед. Они должны принять на себя первый натиск. Очень удачное такое расположение, потому что мои этапы могут стрелять через голову моих солдат. Как видите, пули летят по прямой и совершенно не задевают никого из моих воинов. Я думаю, достаточно мне тратить моих теппа. Так, ну пока что у меня потери в основном среди моих Яри Асигару, которым судьбой уготована такая доля на поле боя. По крайней мере, в моих армиях. Идут, собственно, вражеские лучники. Давайте-ка сфокусируем огонь. Асигару с луками, Асигару с луками. Асигару с луками. Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор!
Так, моих... Моих мечников, к сожалению, бонзай еще нет. Но я думаю, без бонзая они могут себя неплохо показать в бою. Кстати, я первый раз играю в сражение, где у меня больше 20 юнитов на поле боя. Ну все, начался замес, пошла жара. Обоих генералов я подвожу сюда. Ну, в принципе, тут можно немножко поиграть в зерграш. В том плане, что пусть мои ребята просто ломятся вперед. Что-то тут особо наизобретательно контролировать. Мне, честно говоря, лень. Так, табуретка у меня... Нет, к сожалению, мастерством владения табуреткой никто у меня не овладел. Лучники, лучники, лучники. Интересно, много фрагов? 105 и 107. Ну, нормально постреляли, нормально, не стыдно. Так, здесь что? А здесь, в принципе, все. Как я понимаю, по большому счету бой-то закончился. Тэпа 56 фрагов. Тоже неплохо себя проявили. Катана 150. О, наконец-то нормально все помещается. Кстати, настолько это привычно, настолько мне было неудобно с... Ну, с тем, что было по-другому, короче. Ну, вы поняли. Так, сынок, тыка, давай ответь. Глупостями не занимайся. За пленными погоняться должен успеть другой генерал. Группа 1 расформировать, группа 2 расформировать. Генерал сюда. Генерал сюда. Вас всех выделить. И все, победа. Ну, естественно, бой я продолжу. А мы тем временем пусть пешочком восстанавливает строй. Я даже генералов в состав добавлю. Чтобы они уж совсем красиво стояли. А ты, мой дорогой друг Карлсон, будешь нарезать себе много-много сотен фрагов. Ну, сражение получилось простое. Я думал, оно будет потяжелее. Справился я наверняка бы и без подкрепления, но с ним я понес гораздо меньше потерь. По мини-карте видно, как моя армия быстренько, красиво восстановила строй и заняла высоту. Кстати, вот я не понял, почему исчезают трупы? Что за фигня? В Риме трупы были навалены горами в первом. Я вот как-то упустил этот момент. Или какая-то настройка графики за него отвечает? За количество трупов на поле боя. Все, все противники добиты, решительная победа. Завершаем сражение. Не очень мне нравится и ванили компания тем, что многие сражения превращаются в одну большую кучу малу. Все-таки в Фоте как-то чуть побольше движения, хитрости, обманок, выпадов взаимных и так далее. Ну, может быть, это связано с тем, что я не очень хорошо понимаю ваниль, потому что мои соклановцы, например, вот я смотрю на бой, там куча мала, он смотрит на бой и видит там гораздо больше деталей, чем вижу я. Как ни удивительно, военачальник убил больше всех, но себя отлично показали все мои самураи. Самураи с луками даже отлично себя проявили.
Осталось всего лишь 9 человек в генеральском отряде, 13 в отряде самураев с Надати. Но, как я понимаю, никого я не потерял. Ни здесь, ни здесь, ни здесь. Все замечательно, все отряды живы и все будут восстановлены. Так, я думаю, на следующий ход мне нужно заняться тем, что мой ниндзя будет убивать вражеского генерала. Невеста. Да, конечно, принимаем. Порт заблокирован, торговое соглашение расторгнуто. Так, процветание. Рост плюс 10, либо доход плюс 25. Давайте-ка рост плюс 10, я играю долгую кампанию. Мне важна долгосрочная перспектива. Так, как я понимаю, на моего Мэцуки нападали здесь. Сделал вот этот вот парень. Поэтому мой ниндзя займется его устранением. С шансом 57%. Ну, больше половины. Значит, игра стоит свеч. И цель уничтожена. Замечательно. Мой ниндзя может продолжать двигаться. Если я не ошибаюсь, в Цукуси он двигался. До него доход 1400. Нет, с ним доход 1400. Ставка 51%. 35% дополнительных дает Мэцуки. То есть без него было бы 15%. Вот, пожалуйста, считайте, сколько денег приносит Мэцуки, помещенный в провинцию. И, кстати, я про то, что Мэцуки повышает налоговую ставку, не знал. Я знал от этого, я знал про это благодаря вашим комментариям. Так что в очередной раз спасибо за подсказки. Так, далее. Кто-то у меня там прокачался. По-моему, генералишка. Да, повышение уровня военачальника. Итак, Агасавара Масатора получил уровень. И стандартно я его начну качать как командира. И бонусы на перемещение никогда не помешают. Рукопашка и жертва покушения, боевой дух, личная охрана. Ну, наверное, честно говоря, и то довольно беспонтово. Но рукопашка плюс один — это гораздо меньше, чем... Ладно, все-таки рукопашку возьму. Так, теперь ниндзя. Уничтожить. 65% — это хороший шанс. Давайте в какой-то веке посмотрим ролик, что ли, до конца. Кстати, за эти ролики им респект. Что во втором Медивале, что в Сёгуне. Они очень радуют первые месяца 2-3 игры. Да и потом периодически их смотришь с удовольствием. Итак, инфильтрация успешна. Полдела сделано. Чувствуется, что ролик записан, сделан до Бладпака, мне кажется. Вот можно было бы сделать так, чтобы еще Бладпак влиял на такие ролики. И тут сейчас струя крови из разрезанной шеи выливалась бы на карту. По крайней мере, игра взрослая, игра жестокая, и это бы соответствовало антуражу игры. Так, что у нас здесь? Армия есть. Потерян один отряд все-таки Яри Асигару. Трешка, нет, у меня их было. Мне их нужно 4, наверное. Нет, да нет, 3 хватит. Стрелки, Теппа. Вот они. Они двигаются к армии. Кстати, кто возглавит армию? Вот этот полководец или тот? Ладно, пусть будет тот. Он как-то посвежее, помоложе. Он с ней, в конце концов, уже дрался. С этой армией. Он знает, что от нее можно добиться. Я думаю, мне в этой армии не помешало бы побольше катан. Но как минимум 4-4-12. Для кого же места не будет. Колоссально у меня, кстати, упали доходы. Почему? Неужели это все из торговли я получал? Видимо, да, все это у меня шло из торговли. Ой, фу, ну не хочу я опять заниматься этой дипломатией. Опять трясни с них тысячи денег. Ну сколько можно? Думал, что нет, не то. Даже торговля. Кстати, опция в дипломатии угрожать. Она хоть когда-то работает? И вообще, как она работает? И, в общем, кто-нибудь от нее положительный результат получал при использовании или нет?
Так, пропитания вроде бы хватает. Пару всадников с Яри мне хватит. И пару самураев с катанами. До одного хватит, чтобы там было 6 в сумме. И тогда у меня будет 6 копий, 6 мечей, 4 копья, 4 стрелка, 4 кавы. Нет, 2 кавы. Останется 3 места под вспомогашкой. Будет как раз армия из 20 отрядов. Вроде все нормально. Тогда получается, что вы, ребята, остаетесь в городе. Из вас одни идут в город. Трешка идет к армии. И вроде бы да, все будет волшебно, шоколадно, замечательно. Поехали дальше. Ну что, сейчас у меня будет большая масштабная война с кланом Такаока. Вот было бы здорово помириться с Тесакабы, чтобы они тоже вторглись на этот остров с юга. Было бы здорово, не знаю, с Хаттори подружиться. Это же они, по-моему, все в центре захватили. Вот сейчас черное на мини-карте видно, это Хаттори, по-моему. Так, покушение. Где, на кого? Угу. Так. Вражеский агент обращен. Как хорошо. Угу. Постройка окончена. Все. По плану. Так. Что я получаю здесь? Огнеметные манганели, которые я ни разу, кстати, не использовал, по-моему, ни в компании, ни в мультиплеере. Так, секунду. Да, блин, сообщение пришло. Так, 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 что мне нужно? Честь даймё на единичку апнуть? Или дадём мастера прокачать? Или героя Стецба? Банзай откроется? Дипломатия мне сейчас уже сильно не поможет. Это факт. Терку я, по-моему, смогу нанимать и без этого. А вот Банзай, учитывая, что у меня армия состоит из 4 самураев с Надати, она, эта обилка, мне очень пригодится. Так, вражеский монах, надеюсь, уничтожен. Ниндзя уже какого? 5 уровня, 49 лет, но он мне еще послужит верой и правдой какое-то время. Так, вы сюда. Вы сюда. Ты отправляешься лично собирать свои войска, потому что так они придут быстрее, потому что на них будет действовать бонус на дополнительное перемещение. Ты же пока стоишь с армией, если кто-то захочет драться. Армии нужна будет мораль, нужен будет лидер. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Плюс 2 кавалерии и 1 катанщик у меня будет в этой армии. И все, все будет нормально. Так, ниндзя. Ниндзя, ниндзя, ниндзя. В принципе, контрразведка армии не помешает. Поэтому ниндзя пойдет в составе армии на чужую территорию. Кто там про меня вспомнил? Привет, нет, не хочу, спасибо. Все, пока. Так, 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 так. 4000 денег. Кузницу я хочу построить в мастерскую бронника. Да. Здесь у меня через 3 хода достроится. Я буду нанимать терку. Кстати, не забудьте мне про это напомнить, если у меня из головы вылетит. Ну и я думаю, было бы неплохо продолжить развивать сельское хозяйство. Потому что я потом затоплю всю территорию рынками. А рынки потребляют жратву, да еще и большие здания. Эти цитадели потребляют жратву. Садники с Яри. Есть самый универсальный, самый замечательный отряд кавалерии. Миграция в города. Хм, прикольно. Я раньше таким не сталкивался. Так, Мэцуки получил левел ап. Он получает хитрость при наблюдении за городами. И еще одна хитрость при наблюдении за городами. Налоговая ставка 41%. Влияние персонажа 25%. То есть получается за каждую звезду по 5% налоговой ставки. Наш ниндзя обнаружен. Интересно, кем? Здесь у нас... Синтобуддизм. А здесь у нас... Синтобуддизм.
Ну, так как эту провинцию я уже начал своим священником троллить, то я это продолжу делать. И заодно, кстати, я его прокачаю. Подстрекательство, обращение провинций, обращение персонажей. Знаете, мне и то хочется прокачать, но в первую очередь обращение провинций. Ниндзя. Тут есть кого уничтожить? Нет. Тут есть кого уничтожить? Тоже нет. Тут есть кого уничтожить. К сожалению, очков перемещения мне на этого не хватит. Ну, возможно, тебе хватит? Нет, тебе тоже не хватит. Так, перемещусь я еще ближе к перешейку. Не хочу я, чтобы вот эта армия мне помогала. Она будет мешать. Это лишнее, это ненужное. Но пока нет кавалерии, я думаю... Лучников сюда поставить можно. Так, здесь у меня провинция с лучниками и с ахеями. Мне нужно стрельбище и мне нужен буддийский храм, часовня. Стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Ой, какой я дурак. У меня уже присты. А я с ахеев вообще смогу нанимать? Ой, так. С ахеи с луками, где это все? Это с луками. Сахей с луками. Требуется монастырь и стрельбище. Буддийский храм. Я ж сахеев не смогу нанимать. Чего я глупостями занимаюсь? Ну, я думаю, в комментариях к предыдущему видео я это все уже почитаю. Да. Сахеев у меня не будет. Ну что ж, одной головной болью меньше в плане планирования провинции и так далее. Так, кавалерия, посмотрим сюда. Давай, полпути ты делаешь. Потом пехота приходит к тебе. Вы все вместе, радостно подпрыгивая, отправляетесь к основной армии. Так, все, сахеев у меня не будет. Это значит, гораздо меньше мне нужно забивать голову тем, что я и где буду строить. Здесь у меня будет стрельбище, и здесь у меня будет кавалерия. Здесь у меня будет, да, здесь у меня будет построена, господи, где это? Конюшня, чтобы я нанимал всадников с луками. Так, здесь рынок, и хватит. Здесь конюшни для звезд нагинатами, часовню уничтожить. Мне нужна кавалерия продвинутая. Нет, здесь отставить панику. Здесь мне нужна конюшня дадзё на дати и дадзё с нагинатами. Значит, здесь мы строим дополнительный плант. И все. Так, ну... На этом сегодняшний эпизод закончен. Ждем продолжения в следующем. Всем спасибо. Пока.